Закон о создании антикоррупционного суда нужно принять незамедлительно. Об этом Петр Порошенко заявил на заседании Совета нацбезопасности. По регламенту у нардепов есть 2 недели на внесение поправок, далее дискуссия. И эта процедура не должна быть нарушена, подчеркнул президент. При этом он уточнил, что искусственно затягивать голосование во втором чтении нельзя. С запуском высшего антикоррупционного суда в Украине должно закончиться создание антикоррупционной вертикали. Хотів би одразу попередити, я не дам заговорити проект безглуздими синтаксичними чи орфографічними поправками і не дам відкласти його дуже довго в шухляду, як хтось розраховує. Жодні зволікання з другим читанням є абсолютно неприпустимими. Вважаю, що закон має бути остаточно ухвалений весною. До речі, вона вже прийшла.